качать, а постепенно начинает ускоряться. Вот здесь вот музыка включается, а здесь вот громкость регулируется. Вот. Здесь вот звуки природы. Можно, получается, время выставить 15-30, либо час, чтобы она сама качала. Здесь мизинчиковые батарейки вставляются. С одной стороны включается мобиль, крутится. С другой стороны включается, тут подсветка внизу светится. Вот. Ну, пятая самая большая скорость. Классно. Ну и вот, получается, это вот максимально лежачее у нее положение. Еще вот два раза спинка поднимается. Чтобы вот ребенка, он начал вдруг плакать или этот, вот вы просто можете на кнопку нажать, выключить его, получается. И уже там уже ему помочь подкачать его уже вот так то вот вручную. После того, как здесь уже нажали, да, мы можем уже вот здесь руками пробовать. Либо вот здесь вот можно просто выдернуть, если вдруг пульт не можете резко найти. Столешница съемная идет. Вот здесь вот сзади ручка, как на коляске. Она нажимает, это вот сидячее положение. Полулежащее.